Собственное производство, стульчики. 5 рублей. Конечно, ветер задувает. Вон, смотрите, как зонтик складывается. Арт по 160. Так, здесь у нас сало продается. Копченое по 370. Алла, под какую цену? По стаканы. Вы ж меня просили, почаще снимай нам барахолки. Кстати, коляску даже продают. Всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Сегодня я подготовил для вас очень интересный выпуск. Врываемся мы на 30-й рынок. Конечно, погода нелетная для видеосъемок, ну, а куда деваться? В общем, ребята, немножко экскурсии. Там у нас по левую сторону барахолка небольшая. Первый вход на рынок это вот здесь. Ну, а мы пойдемте зайдем через центральный вход, посмотрим, что там у нас продают. Собственное производство, стульчики на посадку, что-то продается, домашние купорки. Вот вам и овощи. Давайте я вам покажу цены. Картошка, морковка. Мандарины, средняя цена где-то по 65 рублей. Конечно, ветер задувает. Вон, смотрите, как зонтик складывается. Карп по 160. Карась по 80. Толстолоб 120. И у нас... Это ж пеленгас, да? Да. Пеленгас по 160. Понял. Так, есть даже пеленгас по 140. Так, тут у нас масло, яйца по 70 и 75. Так, здесь у нас сало продается. Копченое по 370. Это колбаса производства Макеевская, да? А можно мне вот такую вот палочку за 260? Попробуем. 144. Ага. Я вам 800. Спасибо большое. Так, прикупили колбаски, как раз попробуем. Тут у нас сальцо, колбаска домашняя. Мороженая рыба. Креветка, кстати, по 420. Так, ну что, ребята, продолжаем наш путь. Посмотрим цены на свинину, на говядину. У нас бытовая химия продается. Конфеты. Так, ну тут очередь. Толкаться не будем, спрашивать. Там вот мясо, ну, там немножко побольше есть прилавков, поэтому мы... Направо сейчас пойдем, я вам покажу, что здесь почем продается. Так, все по 300. Сало, мясо. Здравствуйте. Вот эти два? $124. Давайте, пожалуйста. Алла, под какую цену?
по 200. А можно мне кусочек? Да, смотри, здесь такая. Ага. Нет, не такая вот. А давайте я как раз вот это вот на борщ. А еще по ценам мне проинспектируйте. Задняя часть 260, а длинная, ой, шея 280. Ага. А вот такое сало? А, такое вот, как мужчина берет 140, 200, 120. 200, 120. 158. Угу. А, косточки такие по 25, обрезочки по 40. Так, 100 и 50. Все, спасибо большое. Так, ребята, ну цены вы услышали. Тоже сало. Ну это чистое. А в какую цену такое сало? Не понятно. Сейчас где-то пошла. Ага. Честно, не скажу. Я понял, я понял. А вон она идет. Эл, почем сало? А почем вот такое сало? 60. Мягкое, мягкое. По 160? Да. Я понял, спасибо. А в какую цену творог, молоко? Творог 160, молочко 75, бутылочка. Да. Полторалитровая, да? Да, да. А кровянка? Кровянка 150, добрая, добрая, любое дело. Брынза? Брынза 350, цельное молоко. Это домашнее тоже масло, да? Домашнее, да. А сколько стоит? 500 рублей. Да. Очень вкусное? Нормально. Ну давайте мне такой маленький кусочек. Что там, я смотрю. Сереж, смотри там. Зая, колбаску возьми, очень вкусная. В следующий раз. Сделай такой, Зая. Ну возьми. В следующий раз не навязывайте. 93. 93 возьмите. Спасибо и на это. Спасибо. Спасибо. Так, а здесь у нас... А в какую цену сало такое? 250. 250, да? А ребра свиные? 220. А можно мне вот этот кусочек? На 174. Угу. 224 дам сейчас. Здорово, кормили. Здравствуйте. 2 и 2 и... Ребра. Не, ребер не дам уже. Вот. Последнего надо. 5. Так. 5. Ну где-то найдем. Так, возьмите там 524. А шея в какую цену у вас? 280. 280, да? Спасибо большое. По ценам мы прошлись. Сейчас зайдемте на барахолку. Постели не надо? Не, спасибо, не надо. Сейчас посмотрим, что там у нас на барахолке продается. Опять же, погода нелетная. Я сам утром проснулся, на улице дождь. Думаю, снимать, не снимать. День не для съемок, ну, надо ж показывать контент. Поэтому что-то будем показывать. Всякие сервизы домашние. Крышки, вилки, ложки, стаканы. Вы ж меня просили, почаще снимай нам барахолки. Кстати, коляску даже продают. Так, здесь у нас автомобильные принадлежности. Фары на мотоцикл, коногонки, моторчики. Руль даже есть, сцепление. В принципе, разборка. Выбирай все, что захочешь. Так, ну, о, здесь у нас будет полезно для тех, кто занимается хозяйством. Так, ну тут комментировать нечего. Это все для питомцев. Так, в принципе, рынок здесь небольшой, но компактный. В основном здесь люди приезжают около 7 часов утра. Даже помидоры есть на, еще. На счет, Валер. По 40 рублей.
Здесь у нас тоже колбасы, вырезка, сало. И, кстати, соленое по 200 рублей. Так, тут у нас носки, тапочки, рукавицы. Но мы заходили вот с той стороны, получается, по прямой. И обошли, в принципе, весь рынок. Так, ребята, ну вот на вот этом месте, если погода была, я думаю, здесь бы было очень много людей. Потому что барахолка на 30-м рынке пользуется спросом и популярностью. Сегодня мы побывали на 30-м рынке в городе Донецке. Если вам понравился этот выпуск, вы знаете, что делать. С вас абсолютно любые креативные, адекватные комментарии. Не забывайте ставить лайки, подписываться. И с вами на канале был Виконста. Пока-пока!